Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ребята, не забываем подписываться на канал. Это для меня лучшая мотивация. Прям мне душу греет каждая ваша подписка, каждый ваш комментарий. Мне очень приятно от этого. Поэтому не стесняемся и подписываемся. Ролики здесь выходят на канале каждый день. Напоминаю, каждый божий день. Уже практически год. Так, у нас что? Нам нужно сбить рогаток животных. В прошлой серии я пытался это сделать, у меня не получалось. И теперь у меня есть идейка. Вот даже уже смотрю. Нет. Вот это. По-моему, вот это. Вот эта девушка. Да, дикие животные будут принимать ее за свою. Вот, где-то я, короче, посмотрел, что, типа, если я рядом с ней нахожусь, то, получается, и меня животные не будут бояться. То есть, ее не боятся принимать за свою, и меня тоже, соответственно. Поэтому сейчас нам нужна тачка. Я посмотрим, где ближайшая тачка. Вот они, тачки. Сходим, возьмем тачку и проверим эту теорию, попробуем позбивать. Будут ли убегать животные вместе с ней, с Робин Гудом. Так, а... Ой, прям под воду, как десант. ДДВ! А, она пешком идет, ладно, иди. Не понял. А это что такое? Тут захвачено или не? Да вроде захвачено. Так, тут есть какой-то тайничок, но тайничок я потом буду открывать. В чем проблема? Проблем нет. Да, пора, и это будут животные. Давайте в тачку садимся. Так, ты сел. Во-во-во-во, ты там живая? Блин. Жестко слишком развернулся. Так, теперь мне нужны животные. Там где-то метки есть. Типа вот этой. Там я могу как-то проехать, не? Там мост. По мелководью попробовать. Ну, кстати, вот в этом месте я по мелководью как раз проезжал. Давайте мы до этого чувака обратно доедем. Жарко-то как. На этом мелководье. Может, там что получится? Точнее, что получится? Получится кого-нибудь сбить. Так, вот. Это к нему поворот. Да. Ку-ку, батл, я вас вижу! Да хорош, а? Так, и стояла тут его тачка, тут его... Пикап. Блин. Главное не застрять. Плохо, что здесь нет вида от третьего лица. Так, и где здесь мелководье? Типа вот здесь? Но я здесь не проеду, здесь нифига не мелко. Вообще нифига не мелко. Так. Ты чё? Пошел вон. Так, ладно, здесь я не проеду. Let's go тогда выезжать отсюда. И на другую точку поедем. Значит, здесь не вариант. Здесь я через реку никак не проеду. Ну вот, есть какое-то еще место. Поедем туда. 500 метров. Искать рогатых животных. Так, а я могу здесь проехать? Оба-на, знак какой-то. Обнаружено новое место для охоты карибу. Вот это мне сойдет. Только где это место-то? Thank you.
Блин, из-за капота вообще ничего не видно. Почему третье лицо нельзя выбрать? Нету животных. Давайте сюда. Оба-на! Оба-на! Это что такое? Не! Стой, чувак! Стой, 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 рогатый! Оба-на! Допустим. Ну, я сбил. Я сбил на тачке тебе. Так, а где труп-то? Под тачкой, что ли? Ладно, сейчас отъеду. Вперед. Не понял, а где рогатый-то? Алло? Не понял я. Чё за баг? Они здесь, видишь? Да никого я не вижу. Где моя сбитая добыча? Да мы вообще крутые. Нет, это камни. Да чё такое? Блин, а? Это подстава. Это прям жесткая подстава. Ладно, давай, садись. Вроде животные, правда, не убегают. Ну, давай. Но я их почему-то потом найти не могу. Так. Еще рогатых ищем. Тебе повезло, что я рядом. Да-да-да, повезло. Ну что-то я рогатых вообще не вижу. Война какая-то идет, но это неинтересно. Илай изо всех сил старается сплотить нас, но выживальщиков осталось слишком. Так, скунсы бегают, скунсы нам не интересно. Ты покойник! Все схвачено. Вот как обычно бывает закон жизни. Вот я ездю, ищу, нету никого. А когда я забью, так скажем, болт, сразу появится кто-то. Ну нету животных вообще. Я до сих пор не понимаю, почему я вроде там сбил, а труп не нашел. Оба-на! Стоять! Ну вот, а, ты типа не умираешь с первого раза. Не, не сбил. Не злые твари, покажешь свой страх, порву. Бегайся, а чё они такие жёсткие-то? Так, где ты? Сбил? Сбил или нет? Медведь. Медведь не интересен. Или убежал опять?
Так. О, вот. О, да, есть. Теперь нужнее. Все, ура. Ура, ура, ура. Так, сбил. Давай, садись. Еще три надо. Ну, садись в тачку, алло. Садись в тачку. Ну, давай. На что я наехал? Вот, кстати говоря, давайте мы сядем сейчас на квадроцикл. Попробуем на нем позбивать. Здесь обзор давай. Получше, попроще будет. Если что, кого-то обнаружить. Так, змеюка. Змеюку переезжаем спокойно. Что такое? А ничего не такое. Мне еще три надо. Три шкуры. Каких-нибудь животных. Не каких-нибудь, а рогатых. Вот это прыжок. Так, тихо. Все хорошо. Так, смотрим по сторонам. Вижу врага! Да хорош орать. У нас сейчас другое задание. Более ответственное. Ну, короче, просто кота. Вот, нашел. Куда ты побежала? Я что, я прилетел? Да, походу. А, куда она убежала? Вон она. Вот. Да при чем тут ЭДМщики? У нас тут с тобой война. Блин. Куда? Сюда. Другой раз, ну нет. По-братски, ну не надо. Так, не надо чинить. Как спасти? Ладно, давай починим сначала по бурчику. Потом ее спасем. Она вроде тикает медленно. Черт возьми! Блин! Спасти. Все, давай, вставай. Блин, а? Мы с тобой потеряли. Следи за дорогой, остальное на мне. Косулю. Куда-то она сюда убежала. Давай, квадроцикл. Так, животные, где животные? Опа-на! А давайте, знаете, что попробуем сейчас? Во-во-во-во, вот так. Ага. Так. Сейчас я сделаю. Нельзя, ладно. Ладно. Барахло одно. Блин, а она не засчиталась. Так, вот, поехали. Вот туда нам надо. Садись. Резче. Поехали. Куда она убежала?
Вон она. В обратную сторону вообще тиканула. Может, все-таки на тачке типа надо? Да что ж такое-то такое живучий-то? Да. Что ж ты будешь делать? Ой, медведь! Ты что делаешь, а? Это моя добыча! Косолапый! Так, и куда они делись? Не, показалось. Блин, и метка пропала. Блин, ну на квадроцикле тяжко. Прям очень тяжко. Прям вообще не убить. Оба-на. Кто визжит? Так, пикапчик, это мой пикапчик, ладно. На квадроцикле, значит, не вариант, похоже. Ладно, давайте тогда продолжим на пикапчике лучше. На нем как-то надежнее будет. И всего лишь там раза три надо пнуть и все. Правда, обзор здесь такой себе. Во-во-во-во. Не только простые люди. Выживальщиков тоже загребают. Я не понял, а что это было? Куда она делась? Кто-то убил, что ли? Куда она делась? Я же видел, как она... А, вот. Скажи, если что найдешь. Ну нет, это не я убил. Это кто-то еще пристрелил. Блин, это не засчиталось. Культ пушек — это бред. Хочешь показать себя? Возьми что-нибудь серьезнее детской игрушки. Следи за дорогой. Остальное... Давайте медведя задаем. Иди сюда! Опа-на, там кто здоровый был? Или мне показалось? Кто-то здесь здоровый был, я точно помню. Мелькнул. Мельком. Ну нет, что-то никого нету. Они натаскивают судей выслеживать беглецов. От этих уже не сбежишь. Нету никого. Вообще никого. Так, войти, а починить еще не надо чинить. Ладно. Раз не надо, значит давай. Не надо. Ой-ой-ой. Так, давай. Вот так проедем. Так, там обрыв только. Вот, фух. Оба-на. Вот что мне надо. Сейчас мы отметим. Еще я хотел сделать, короче... Лучше охотник употребить. Что она автоматически отмечает всех зверей и противников в поле зрения, а также обращает хищников в бегство. Что? Мне типа не надо, чтобы они убегали. Хотя они и так от меня убегают.
Вот, вот. Вот это уже другое дело. Ну давай. Не спугни. Бум. Ты куда ты делся? Вороны умные. Вот что мне надо было сразу захавать. Вон оленей вижу. Так, олени, вороны не нужны. Стреляй! Да подожди ты, где они тут были? Вон они. Блин. Короче, я это... Слишком много пуль нанес. Ну да, не засчиталось. Блин, ладно. Так, от них убегаем мы. Ты водишь как пьяница. И это комплимент. Слышь, чё? Чё базаришь такая? А, вижу. Вот какие-то животные вижу. Где они? А этот тебе зачем? Так, это вороны. Вороны мне не нужны. Так, и все, у меня закончилось тебе это средство. Повезло. Сейчас давайте еще раз сделаем. Вороны умные. А еще умеют воровать, это круто. Так, медведь. Медведь мне не нужен. Давайте транспорт покинем. Вот, вижу. Вот они внизу. Так, я здесь спущусь или не? Ага. Как она далеко улетела-то? Да что ж ты будешь делать-то? Куда она убежала опять? Да блин, почему они так быстро бегают-то? Так, и никого нету опять, да? Давай. Да чё давай? Блин, вообще животных нету. Вообще. Так, ладно, давайте мы накажем вот этих вот дядек, которые бегут непонятно куда. Это наш шанс. Бля, бежит, а? Какой? Иду. Ого, ого, это по нам. Фига себе. А кто-то стрелял-то, а? Это походу какой-то... Сыч, который вон там, вон сидит за горой. Сейчас мы к нему съездим. Опа-на! Ты куда? Огонь разгорается! Давай! Вставай! Встаешь? Не? Пригвоздил, так сказать. Все, умер. Все, ура. Это второй. Вот, отлично.
Так, а кто стрелял по нам? С миномета-то. Кто-то ж стрелял, ладно, сейчас тогда я не буду вас обременять этим этой скучной ездой за животными. Поездю сам чуть-чуть. А как добью уже, буду направляться обратно к барбекюшнику, уже запущу серию.